Доброй полуночи, дорогие полуночники. Давно с вами не виделись, полтора месяца приблизительно с последнего ролика. Многие зададут вопрос, а что же такое случилось, почему не выходило полтора месяца, ведь раньше до этого были почти каждый месяц ролики, за исключением длительного перерыва до Нового года. А я вам отвечу. Не было никакого смысла выкладывать какой-то ролик с новыми территориями, потому что новые территории — это всего лишь новые территории. Они постепенно преображаются, изменяются, добавляются и так далее и тому подобное. Этим я занимаюсь. Понятное дело, что к тестированию будут не все территории, но в данном случае, в данном видео дальше, вы увидите приблизительно то, как будут выглядеть определенные территории. Понятное дело, что будет изменена размерная составляющая, будут изменены, возможно, какие-то спецэффекты. Опять же, я посмотрю и послушаю, что вы скажете на эту тему. И вместе с тем вы увидите в этих картах очень интересную вещь, которую, я думаю, вам очень понравится и зайдет. Суть в том, что втроем, в частности, очень много работы провел Атик, потом техническую работу провел Madness. Ну и я, соответственно, где-то там между ними, там, может быть, по материалам помочь, может быть, еще с чем-то. Ну и плюс территории, плюс коллижены, плюс прочее, прочее, прочее. Мы вместе сделали кое-что. Некоторое время назад я выкладывал картинку, где в кадре было 4 или 5 персонажей игроков. Так вот, с ними дела все почти завершены, они все внесены, все подготовлены. Единственное, что их нужно будет логически обвязать. Но в данном ролике речь пойдет немножко о другом. Поэтому я вам его представляю, смотрите. И я надеюсь, что вы насладитесь этим процессом вместе со мной. И еще один момент. Я приношу свои извинения за статоры и прочую лабуду, которая происходит непосредственно в самом движке, потому что сам движок жрет очень много, и чем дольше он работает, тем больше он жрет. Поэтому за низкие там какие-то просадки или за какие-то дергания это все проходит после того, как, соответственно, движок перезагружается, а в клиенте этого вообще не будет, потому что клиент, он скомпилированный. И поэтому я бы хотел вас попросить не нервничать на эту тему, потому что ничего страшного в этом сейчас нет, потому что игрушка находится в разработке.
сразу предваряя несколько вопросов, связанных с тем, что же они такие все кривые и все так неправильно двигается. На самом деле, самая главная, основная вещь, которую нужно было достичь сейчас, это именно заполнить всех мобов. Сейчас у нас есть все мобы, они соответствуют своим айдишникам и передвижению по серверу. То, как конкретно они делают это в клиенте, на данном этапе не сильно важно, потому что чуть-чуть позже для всех сторон внутри клиента будут созданы обвязки логические о том, как и где и почему они должны двигаться. Понятное дело, что это тоже огромный пласт работы и требующий, конечно же, времени. Тем не менее, то, что было сделано, это огромная-преогромная работа, которая позволит нам гораздо быстрее двигаться в этом направлении. Поэтому спасибо вам за вашу поддержку. Я знаю, что вы с нами. Я передаю, опять же, пламенный привет Дмитро. Я очень надеюсь, что никаких там конфликтов в ближайшее время не будет. И о том, что все продолжат жить мирно и счастливо вместе. И играть в линейку. Лучше играть в линейку, чем, блин, воевать. Все.